Выборы – это всегда новый этап в жизни для всего народа и государства в целом. 10 января – знаменательный день для всех павлодарцев. В регионе на свет появилось свыше 25 детей. 26 новорожденных появилось на свет в нашем регионе 10 января в день выборов. 14 детей в Павлодаре, 12 новорожденных по области. По статистике, в Прииртышье всегда рождается больше мальчиков, чем девочек. Этот день также не стал исключением. Среди количества этих родов 15 мальчиков и 11 девочек. То есть мальчиков у нас, как всегда, рождается больше. Также на базе нашего перинатального центра был открыт избирательный участок, где проголосовали наши мамочки. Также для них это была двойная радость. В этот день у них родились детки и проголосовало 11 женщин. Все наши сотрудники также приняли активное участие в этот день. Между тем, абсолютный рекорд по рождаемости установлен в Туркестанской области. В день выборов здесь на свет появилось 135 детей. Наиболее распространенными именами для новорожденных стали Сайлау, Сайлаугуль, Нурсултан и Касым Жумарт. Вероника Вишневская, Юрий Белевский, Ертыс Ахпарат.